глаза. Все та же трещина небес в стекле окна. Сегодня с самого утра я включаю интернет. И что же я вижу? Ты хорош, а пока останется? Не знаю. А бы вам бы хотели? Я не знаю, я не готов сказать. Через 5 дней. Когда будет голосование за премьер? 20... Владимир Александрович, вот вы не упустили возможности высказать все, что вы думали про Порошенко, про Климкина, там, Гройсмана, ну, целый список, да, людей. И ни слова об Авакове. Интересно, да? У нас люди любят подрассказать про всякие связи, схемы, да. Я, например, не рассказываю, да, про вот такие вот вещи. Я всегда рассказываю конкретно то, что можно пощупать руками, увидеть своими глазами и дать этому правовую оценку. И даже если вот от Авакова убрать все, то, что касается каких-то там скандалов, в том числе коррупционных, да, и просто оставить фактаж конкретный его деятельности на должности министра внутренних дел. Проще всего это сделать по реформе полиции нашей, доблестной. Почему-то многие считают, что реформа полиции заключалась в том, чтобы переодеть их в форму новую, назвать их не милиция, а полиция, в том, чтобы дать им приусы, а потом еще и аутлендеры. Но нет, реформа не в том. Реформа в том, чтобы данные подразделения стали работать по закону, в интересах людей и общества, и наводить правопорядок. Как я уже много раз говорил, не какой-то там порядок, который они выдумали сами себе, а правопорядок. Порядок, основанный на нормах права. И что мы видим? Тотальный беспредел. Никто не учит этих полицейских, никто их не наказывает. Всякие шуры-муры они пытаются скрывать. Ну, я это показывал, и многие показывали. Вот самый такой яркий момент, это случай вот с этим, с Глуховерь или как, да, там, где Корд задерживал патрульных полицейских. Аваков же знал об этом? Знал. Но, как там писали, они решили сгладить конфликт. Да это не конфликт, это уголовное правонарушение, содеянное группой лиц. Это явно, ну, заведомо незаконное задержание называется, по указке одного из начальников управления областных полиции. И об этом знали все, и все скрывали преступления. Но это просто один из случаев. А сколько таких случаев на самом деле? Очень много. Порошенко, насколько я так себе помню, потерял почти весь свой рейтинг где-то за полгода. Владимир Александрович, если вы оставите Авакова, да пофигу, на любой должности, а также, ну, либо если не его оставите, а оставите каких-то его людей, то вы свой рейтинг рискуете потерять гораздо быстрее. Вот я езжу по Киеву много, да, у меня много работы там, суды, исполнительные службы и всякое такое, другие государственные органы. И я вижу, до сих пор висят плакаты, ну, эти билборды, бигборды, морды, ситилайты, короче, плакаты до сих пор ваши висят, где написано «Зробимо їх ще раз». Зробимо їх разом! Ми зробимо це разом, ми зробимо їх ще раз. И вот мне интересно, вот под понятием «их», да, вот они, вот эти вот мифические «они», Аваков не был частью их. Он отдельно, он с другой планеты.